Представляем вашему вниманию новинку. Бензиновый генератор Denzel PS33E с электростартером. Номинальная мощность данной модели составляет 3 кВт. Максимальная мощность 3,3 кВА. Выходное напряжение 230 вольт. Такой генератор отлично подойдет как для загородного дома, так и для различных выездных мероприятий. В комплекте с основным изделием идет аккумулятор, два ключа зажигания, пластиковая воронка, две евровилки 230 вольт 16 ампер, комплект проводов для 12-вольтовых систем, свечной ключ и руководство по эксплуатации. На центральной панели расположен замок зажигания, индикатор низкого уровня масла, аналоговый вольтметр, две стандартные евророзетки, клеммы для подключения 12-вольтного оборудования, а также клеммы заземления. Розетки защищены автоматическим выключателем на 16 ампер, а 12-вольтная система плавким предохранителем. Расскажем подробнее о подготовке генератора к работе. В первую очередь необходимо подключить заземление. Требования к заземлению приведены в руководстве по эксплуатации. Далее подключить провода электростартера к клеммам аккумулятора. Теперь необходимо залить масло в картер двигателя. Для генераторов Denzel отлично подойдет летнее моторное масло SAE30 или всесезонное 5W30, если предполагается круглогодичная эксплуатация. Заправка производится с помощью воронки через специальную горловину, которая оборудована щупом для контроля уровня масла. Проверяем, что уровень достигает отметки максимум, и плотно закручиваем крышку. Генератор оснащен бензобаком 15 литров с индикатором уровня топлива и дополнительным сетчатым фильтром. Открываем крышку бака и заливаем топливо марки АИ-92, после чего плотно закручиваем крышку. Пролитое топливо необходимо вытереть насухо. После этого открываем топливный кран и закрываем воздушную заслонку. Теперь все готово к первому запуску. Вставляем ключ в замок зажигания и устанавливаем положение «включено». Для запуска с помощью электростартера необходимо всего лишь повернуть ключ в позицию «Старт». Для запуска с помощью ручного стартера необходимо слегка потянуть трос ручного стартера до появления сопротивления, а затем резко вытянуть на длину 30-40 см. Через 3-5 минут после прогрева двигателя необходимо открыть воздушную заслонку. Можно подключать нагрузку и приступать к работе. Чтобы генератор Denzel служил вам как можно дольше, нужно пройти процесс обкатки. Обкатка проходит в два этапа. На первом – работа в течение 5 часов с нагрузкой не более 50% от номинальной мощности, с последующей заменой масла. На втором этапе с той же мощностью необходимо поработать уже 20 часов, затем снова сменить масло. После успешного прохождения обкатки генератор можно использовать на все 100% и менять масло каждые 50 часов работы. После завершения работ отключите нагрузку, поверните ключ в положение «Выключено» и закройте топливный кран. Время от времени очищайте генератор от загрязнений, проверяйте состояние свечи зажигания, очищайте топливный и воздушный фильтр. Перед длительным хранением не забывайте снять клеммы с аккумулятора и провести подготовительные работы согласно рекомендациям руководства по эксплуатации.